Всем привет, дорогие друзья! Клинок на связи. Сегодня второй день выставки «Клинок» в Краснодаре, которая проходит в ТРК «Галактика», Уральская улица, 98/11. День более расслабленный, поэтому можно спокойно пройтись по всем стендам. И начнем мы прямо, не отходя далеко. Кухонные ножи, ножи складные разных мировых производителей. Здесь есть и... Я вижу здесь Китай, китайские достаточно неплохие кухонники, точнее точилки для ножей. Если вам нужна неплохая, недорогая кухня, можно на стенд ножи с буквой «Ы» заходить. Если вы, друзья, делаете ножи сами, обязательно вот сюда нужно подойти. Здесь потрясающие шлиф-ленты для гриндеров. У нас есть все для гриндера, шикарные ленты, производство компании ВСМ. Приходите, все в наличии. Здесь можно найти даже то, что не искали. Дальше нужно обязательно подойти к тем, кто очень сильно помогал в организации, кто способствовал нашему появлению в Краснодаре. Это наши друзья Миша и Галя Короленко, Секира Родослава, мастерская «Благодарство». Это топоры. Топоры побольше. Топоры поменьше. Все радуют глаз. Все художественно украшенные. Головы они берут на заводе Трутвача. Надежно. Точно так же у них есть линейка одежды дух предков. Шикарные вещи. Удобные. И сноса им нету. Как ты сумел устроить им снос? Я профессионал. Мастерская Седова из города Павлово. Они уже появлялись у нас на канале. Шикарные рабочие ножи. Шикарные ножи, художественно украшенные. И клинки тоже есть. И на любой вкус, на любой кошелек здесь можно найти с шикарным собственным литьем, которое отлично ложится на клинок. Оно, скажем так, не сильно универсальное, оно подгоняется под нож. Главные, одни из главных экспериментаторов Ворсмы, которые постоянно выкатывают новые модели. Но в том числе, кстати, они сейчас недавно решили вернуться к истокам, стали ставить деревяшки на свои ручки, стабилизированные. Сделали обновленного чижа. Он теперь с двумя накладками, с нормальным лайнером и чуть побольше. Клинок потяжелее, идет более гладко. Пока что для покупки недоступен, это прототипы, чтобы люди пощупали и рассказали свои впечатления. Кого нельзя увидеть в Питере на нашей выставке, но сюда они приехали. Кстати, прямо сейчас где-то здесь гуляет Андрей Орлов, замглавного инженера и главное лицо завода ПП «Кизляр». Собственно, ПП «Кизляр». Здесь все их самые ходовые модели, складные, фиксированные, с деревянными ручками, с ручками из эластрона. Правда... Вижу, и светлый эластрон тоже есть, привезли. Покрупнее, покороче. Отличные, надежные, рабочие ножи. И, кстати, шашки тоже есть с кортиками. Кого мы вчера показали? Ножи-я. Ножей уже стало чуть поменьше, ребята работают. Лица слегка красноватые. Все замечательно. Идем дальше. Гуру кухонных ножей выставки «Клинок» Дамир Сафаров. Решил поддержать нас и приехать с нами в Краснодар. Привезти свои знаменитые кухонные ножи, которые расходятся миллионными партиями каждый год, потому что все их хотят.
И все, кто их купил, хотят еще больше. У меня их 4. Вот. У Саши их 4. Наши дончане с Волгограда. Привет. Привет. Шашки, сабли. Что еще у тебя есть? Вообще есть. Есть кинжалы, есть ножи, есть шашки детские. Выбор огромный. А кожаные ботинки где? Есть кожаные ботинки, смотри, вот такие вот. Питон. Кожа натуральная. Шикарно. Вместе с ним наш хороший друг из Еревана, Каро, точно так же приехал, разложил здесь все свое великолепие. Все ножи ручной работы в единственном экземпляре. Тут и складные, и фиксированные. Но готовьтесь, готовьтесь удивляться цене. Если вам нужно поточить ножи, если вам нужно шлифануть, тут есть вообще все. Тем средства заточки, камни разной гриппности, паста гои, муссаты, все, что нужно. Постоянный участник наших московских выставок компания Сандер. Сам Андрей не приехал, прислал своего брата. Весь ассортимент здесь присутствует. Потрясные ножи. В Москве на соревнованиях постоянно всех перерезают. Я не знаю, что Андрей с ними делает. Просто тонко сводит, нормально термичит. Все, больше ничего не надо. О, секрет успеха раскрыт, друзья. Эти ножи будут резать вечно. В принципе, для ножеделия тоже достаточно много. Не только есть шлиф-ленты, не только есть камни, где-то еще материалы рукояти, мы с вами дойдем. Клинков. Много-много-много клинков. От кузнеца приказчикова из города Павлова. А, тут и попроще. Тут, я смотрю, и узорчатые, и есть дамаски. Тут всего-всего-всего я вижу у тебя. И Х-12. А вот здесь у тебя что, расскажи. Ну, это мозаичный дамаск. Угу. Состав, значит, этого мозаичного дамаска в данный момент только углерод 8 и никель. Сам клинок, получается, сделан из двух частей. Угу. Есть узорчатая часть, есть часть, которая идет на подвод. Вот на этом более четко видно. Собственно, узорчатая часть – это узор, ну, как бы рисунок этой узорчатой формируется в торце материала, металла. Mm-hmm. И потом, значит, допустим, вручённый дамаск, mm-hmm. вот такого подобного. Ну, естественно, конечно, эти все ножи довольно лимитизированной серии. Да. То есть с одной болванки около 20. Много не сделаешь. Получается, второй раз ее повторить практически невозможно. Да. Отлично. То есть это эксклюзив, это интересно. Если вам хочется собрать свой нож с красивым клинком, пожалуйста, к приказчику приходите. Здесь есть из чего выбрать. Компания, которая впервые у нас участвует, они решили начать с нами сотрудничество именно с выставки в Краснодаре. Они из города Ессентуки, называется «Боевой варяг». Здесь есть и топоры. Загляни за угол. И ножи разных форм. Я вижу и якуты, и классические более формы охотничьих шкуросъемных ножей. Интересный такой ручной работы в единичном экземпляре. Клевец называется. Какой? Вот этот? Да, сделан. Нашли на раскопках вот этот, такую форму и сделали точную копию именно вручную. Угу. Ручная копка, не машинная, а ручная. Красота. Ясень, заточен в линзе. И плюс еще такая обработка, стилизация у него классная, да. Здесь разные товары представляем, различных производителей, в том числе что-то свое делаем. Поэтому, если что-то заинтересует, обращайтесь. Какие-то модели могу рассказать. Тут же сразу точим нож, первоначальная заточка ножа в подарок. Все товары представлены по цене производителя. Плюс заточка и плюс скидка 5%.
Есть авторские работы, вот, например, один нож. Очень часто в Германию покупают эту модель. Сделана специально рукоять плоская, чтобы в руках, когда зажимаешь его, чтобы он не проворачивался. Да. Короткий клинок. Хорошая. Да. Ну, это на самом деле на любителя. На любителя. Да, да. То есть не всем нравятся угловатые рукояти, но выглядит классно, ну, ладно. Есть очень много людей, которые прям подмечают. Так они, она как-то неприметна. Я просто понимаю, когда берешь. Финского типа ножи обязательно есть, финочки. Куда без этого? Мы еще не разложились. Мы вчера приехали, у нас два стола всего и мало. Нам не хватило, а все в пакетах. Ну-ка, сейчас будем расставать. Прямо из Архангельска и из Санкт-Петербурга Виталий Охременко, приют Нажимана. Здесь и их уже примекавшиеся хуябрики. Киридаши. Я такого не видал. Я знаю, что это киридаши. Да, они хуябрики. Хуябрики — это другое. В этот раз не привезли хуябрики. Думаем, ну, неправильно нож, поймут. Но, вот это, но нож... Хуябрик. Нож кожевенника. Да. Здесь я вижу, кстати, и Нокс. Да. А, кстати, говорят, что Нокса не было. Скажи об этом. Специально привезем, поскольку мы дилеры Нокса. Да. Сам Нокс к нам не поехал с нами, поэтому да. Виталий подсуетился. Да, да. Но вчера пошли конкретно на Нокс, потому что я писал, да. И люди пошли за Нокса. Так что Нокса можно найти на стенде «Приют Нажимана». И не только Нокса. Тут есть, кстати, расчески Болисонги. Доступна оплата картой. Вкусный мед, кстати, ребят. Мастер из города Краснодар. Добрый. Артель Кустарь. Делает ножи. Делает браслеты. Или не делаешь браслеты? Делаю. Хорошо. Кожа у нас. И кожа есть. И это обработка кожи. Да. И воск. Ремешки. Тут прям целое, даже перчатки вижу, целый ассортимент. Стараемся. Топорики цельнометаллические, кстати. Да. Шикарная вещь. А еще продолжаем тему товаров для ножеделия. Здесь потрясные мозаичные пины и хорошие брусочки. Это акрил. Угу. Видите, мы с вами ходим тут минут 10, а уже смогли целый нож себе собрать. 13. Ну. Из горного Златоуста. Урман. Потом будет нож от Володи Герасимова из нержавеющего Дамаска. Точно так же они решили привезти с собой ножи от Златоустской оружейной фабрики. Нож лишний. И вместе с ними впервые за много лет компания «Росоружие» привезла свой ассортимент. Ножи рабочие, с деревянными, с кожаными рукоятями. Тут и, я вижу, и полимеры с интересным. Тоже с нержедамаском, отличным, кстати. Еще и поглядеть на него приятно. Самый далекий от Краснодара представитель на нашей выставке. Приехали из Якутии с настоящими якутскими ножами. Посмотрите обязательно, заходите. Тут не только ножи, тут еще и варганы есть. И очки охотничьи. Солнцезащитные. От снега, а не от солнцезащитные. Все равно это солнце светит. Но это... Снег бликует. Чтобы не было белой болезни. Да. Компания «Спутник».
Рюкзаки, сумки, ножи разных производителей. Ну пусть не попадет. Не попадает. Кузнец Горбунов. Заезжали к нему в Ворсме недавно. Здрасте. Привет. Здрасте. Большой ассортимент ножей. Кухня, тут филейники. Ножи для охоты. Ножи даже складные. Покрупнее кому что нужно. Там и тяпки, там и мачете, там и топоры. Все ручная работа. Много-много-много разного литья из города Рязань. Костя из Рязанской литейной мастерской. Не надо. Похож? Нет, не то. Не то. А где жопа с ушами? Там. На мне. Все, главный атрибут есть. Так, осторожно. Главное, чтобы это не было глагола. Кузница Медведь. С их вечно улыбчивым представителем Андреем. Привет. Ребята отличаются не только качественными рабочими ножами, но и потрясной художкой. Здесь и на клинок можно обратить внимание. Собственно, производство клиночек, да. И на рукоятку. Так еще и смотрите, какой тыльник. Куют сами. От и до. От и до. Причем они делают не только дамаск, у них еще и литые стали есть. Авторские. Состав неизвестен. Волчий век. Приветствую. Прямиком из Москвы. Хотел я начать с чего-то помельче, но, блин, вот эта штуковина, она прям сразу бросается в глаза, ее хочется взять в руки. Это Весч. Мне кажется, что-то подобное ты в Питер привозил, и у тебя это там выкупили. Привозил, да. Чуть ли не в первый день. Там, да. Там это, да, сразу выкупили, но там был PGK, там был 5,5 миллиметров по обуху. Здесь у нас специально давно лежала отдельная заготовочка под это. Здесь Elmax 12 миллиметров. Боже мой. Ну, это прям целый... Вот, это один лист Элмакса, да? Да, или... да. Как да. Ты его так сделал? Это лист Элмакса с отслесарен. Отслесарен очень тоненько, за счет этого он отлично режет, даже при такой толщине. Здесь травление, дамаскаж. Вот, соответственно, действительно смотрится интересно, но самое главное, как он ощущается в руке, это вот надо подойти, это... посмотреть. Блин. Это не нож, друзья, это способ заявить о себе. А рукоятка? Рукоятка — это Silver Twill, а здесь она тоже сложно сочиненная такая, то есть здесь проставочки из CG10 красного и черного, здесь пин с нашим клеймом, ну и больстерная группа из Макуме, Тимаскуса и тоже CG10. Блин, заморочисто. Вот, так что, ну, такое, да, интересное изделие, специально сделали как раз к выставке, к этой выставке, к московским выставкам. Опять же, у нас сейчас осенний сезон, сезон выставок, поэтому кто... Там не сможет приехать сюда, но наверняка там можно будет себе позволить выбраться в Москву, и там будет в том числе и такие интересные изделия, потому что это не последний толстый Элмакс, который у нас есть. Да. Я думаю, если бы он не был похож на Боуи, он бы так классно не выглядел. Ну, здесь, да, здесь вот именно большая форма, она предполагает и как бы необходимость сделать какой-то интересный геометрию. Вот в данном случае, да, ну, на мой взгляд, получилось. Я вспоминаю крокодила Данди сразу. Ну, да, да, да. И, опять же, знаменитая и всем известная, и очень крутая фраза, когда «разве это нож?» Да. «Разве это нож?» Да, вот нож, да. Да. Заходите к Васе. Здесь потрясное травление на клинках. Вот дальше, дальше, дальше. Приветствую. Приветствую. Если вы хотите бусины ни на что не похожие и в единственном экземпляре, чаще всего... Ну нет, не в единственном экземпляре. Просто
очень высококачественные. Очень высококачественные. И смотрите, какая детализация. Вы только посмотрите. Даже шапочка у него есть. Она как будто прям вот хочется ее снять, серьезно. Ну, то есть простеньких. Вот здесь, допустим, бусины здесь по от 9 до 13 частей. Допустим, у Чумного в очках агат выточен, вставлен натуральный. То есть, допустим, друзья, вы пришли на выставку, вы зашли к Васе, купили у него нож. К ножу обязательно нужна бусина, и если это будет не что-то из этого, то вы зря купили нож у Васи. Не зря вы рядом друг с другом стоите через проход. Кизлярские парни в настоящих шапках. Привет. Узнаваемые формы, рабочая геометрия, ножи. Кстати, не тяжелые, легкие. Можно брать с собой в поход. Он не будет оттягивать рюкзак. Наборы шашлычные. Потрясные. Я когда смотрю на шашлычные наборы, всегда хочу себе один купить. Потом вспоминаю, что на шашлыки я не хожу практически никогда. Обязательно. Из славного города Нижний Новгород. Хозяин всех болисонгов. Что? Нет. Нет, если я захочу отрубить себе все пальцы сразу, я попробую. Тут не только болисонги маленьких и средних размеров, тут еще и болисорды есть. А также нож-вилка. А где не он? А их всех забрали. Да ну. В Питер. Да? Да, в магазинчик. Я забрал. Я не успеваю их делать, но их забирают. Потому что они дешевые и практичные. Ну, форма, выверенная годами, да. Хорошо. Продолжаем тему материалов для ножеделия. Из Петербурга Илья Петров с микартой, с ножами с его микартой и с отличным настроением. Прекрасно. Как всегда. На крыльцо жена пришла. А нас за это ругают. Я подпольный. Приехали к нам ребята из Крыма, хотя сами они живут в Ворске. Все лето провели в Крыме, торговали ножами, так что здесь... А? В Крыму, хорошо. Все лето провели в Крыму, ассортимент поэтому остался не очень большой. Приветствую. Зато отличный загар у Леши есть. Злобные формы я тут сразу обнаруживаю. С кучей разных зазубрин. Можно выпотрошить любую рыбину, любого медведя. Ножи подороже, с интересными клинками и рукоятями наборными. Из разных стабилизированных материалов. Там и дерево, и зубья разные. И другие части тел вымерших зверей. Поточить ножи можно здесь, прямо на выставке. Точно так же приобрести станки и все расходники к ним. Приехали ребята из Ижевска сами. К сожалению, не взяли с собой Серегу Жирова. Но взяли с собой. Зато взяли с собой Кадета. 0.3 модель. Блиц. Все, что вы так любите, оно есть здесь. Но количество его стремительно уменьшается, поэтому торопитесь. Объединенный стенд, наша новая задумка, называется «Ножи России». Здесь у нас есть ножи из Златоуста, Златонож, новый достаточно бренд. Здесь у нас обязательно вот в эту витрину загляните. Здесь ножи и клинки от Влада Матвеева. Мозаичный Дамаск, его фирменный. Тут есть, где-то я даже видел пляшущих человечков, но уже не вижу. Уже не вижу пляшущих человечков. Вот этот человек.
сказал Артем, приезжай на выставку. Я говорю, Миш, у меня мало ножей. Вот иди сюда в кадр, чтобы вот я пожаловался на всю страну. Он говорит, у меня мало ножей. Ты мне говоришь. Да, я ему, он меня просто сбил, у него телефон звонит. Значит, у меня мало ножей. Он мне говорит, я, говорит, тебе дам ножи, едь к нам сюда на клинок. Значит, я приезжаю, мне говорит, Артем, вот тебе твои друзья из ВОЗ, мы передали две коробки ножей, ты их выкладывай. Вот тебе Влад Матвеев передал. Вот тебе краткая история, продавай Влада. Потом Леня Васильев отметился. Кстати, да, сюда иди. Иди сюда, смотри. Смотри. Леня Васильев очень-очень хотел приехать сам. К сожалению, у него случились важные дела дома. Приехать не смог, но прислал своих ножей. Здесь потрясные ламинаты. Где-то здесь тот самый, про который он рассказывал, где в середине PGK. Потрясно режущий. И в обкладках у него что-то там было нержавеющее. Сейчас уже не вспомню. Ну, короче, вещь злобная. Идем сюда, я дожалуюсь про Мишу. Ну, ладно, он нам привез Южный Крест. Большая экспозиция. Вчера мы уже кучу всего продали. Осталось немного ножей. Кто успеет, тот заберет. Но главное, пострадал от Мишиного произвола не только я. На этот же стенд Михаил нам дал Дмитрия с Дмитрием хотя бы весело с прекрасными сумками, на которых места уже не осталось. Миша, нам нужно было стенд раза в полтора больше. Значит, нужно было больше ножей везти, Тёма. Ну, чувак, Дим, расскажи про свои сумки. Да. Если у вас много ножей и вам негде их хранить... Да, у вас лучше получится. Сумки для хранения складных либо фиксированных ножей. Ну, разные варианты расцветки, размерности, ну, там, за 18 микросон, на 2, сколько угодно. Для обычных, для фолдеров обычного размера, либо для формата X, ну, Cold Steel, допустим, для понимания. Так, а куда вот эти, вот такие убирать? Такие убирать индивидуально. В карман. Убери вот это себе в карман, да? Любые, какие угодно. Классная штука. Не было бы у меня дома полок для хранения скрытого, я бы таких штук себе прикупил. Но я думаю, я к этому еще приду обязательно. Торцевые доски. Не торцевые доски. Магнитные держатели для ножей. Все это мастерская дядя Гарри. Почти на каждой нашей выставке они присутствуют и пользуются бешеной популярностью. Кузница Назарова. Точно так же большое свое собственное производство. Сами делают клинки, сами собирают рукояти. Рукояти разные интересные формы, разные сочетания материалов. В том числе у них есть складные ножи в небольшом количестве, но точно так же есть за что зацепиться глазу. Выкидные финки я тоже там вижу, кстати. Снова возвращаемся к теме заточки. Из Питера оселок. Камушки поточить небольшие, кстати, компактные. Много места не занимают, точат потрясно. Мы проверяли. Товарищество Завьялова. В этот раз без Андрея, он уехал на Дальний Восток. Но весь ассортимент есть. Топоры, ножи. В том числе, кстати, друзья, есть их новинка, которую они сделали совместно с Виталиком, с мужской берлогой. Нож Бигфут. Не фуд, нога, а фуд, еда. Мужской кухонный нож. Так они его позиционируют. Паша Шевелев, кузница Спарта. Недавно вы с ним виделись на нашем канале. Все то, что мы показали, он сюда привез. Даже больше. И даже больше. Здесь есть и, кстати, если говорить о художке, если говорать о ножах сложных и дорогих, здесь намного больше представлено, чем было в нашем видео. Глаза разбегаются. Есть и японская тема у него, я вижу. И немецкий кортик такой стилизованный. Мастерская Дубокс. Подставки для ножей. Сундучки, шкатулки. Ну, друзья, тут они сами за себя говорят.
И даже вот такие вот потрясные наборы для того, чтобы приятно провести вечер, да. И очень культурно. Миш, подари мне такой набор. Когда-нибудь, возможно. Кузница и гида. Топоры сразу же бросаются в глаза. Просятся в руку. Надо мерить. Здесь нету вот этого вот популярное в наше время сильного вот закругления. То есть у него более рабочая форма. Так что я думаю, потрясный вариант не только перед друзьями у костра похвастаться, но перед этим этот костер и нарубить. Перейти по размеру. Да. На любую руку. Если вы сильный мужик, вам большой топор. Если вы хрупкая девушка, вам топор поменьше. Еще и букет из роз можно здесь собрать. Наборы шампуров. Для тех, кому одного мало. Это нож-вилка. Нет, мясо снимать шампура. Нож-вилка, по сути. Да, да. Это именно снимать шампура. Я вижу. А потом еще можно наколоть и съесть. Это потрясная штука. Ворсманский нож. Друзья кузницы Назарова. У меня рука всегда в первую очередь тянется к складным ножам. Хороший, ладный бэклок. Не тугой, не хлипкий. Ручки из разных материалов. Здесь и композиты есть, и стабилизированное дерево. Все красиво, все функционально. И очень хорошо собрано, кстати. Бывает такое, что берешь ножик, а у него под больстер клей лезет. Здесь вы такого не найдете. О! Выглядит, кстати, увесисто. На самом деле очень легкий. Тантоид из Дамаска. Потрясная. Потрясная резьба по деревянной рукояти. И закрывается с приятным щелчком. Кузница династии. Здесь можно говорить очень много, можно не говорить ни слова, потому что Олег — это качество. Олег — это качество, это внимание к деталям. И это абсолютно неповторимые каждый раз работы. То есть человек подходит с фантазией, с любовью к своему делу. И не только к изготовлению ножей, но и к оформлению выставочного стенда. Здесь хочется провести время и уйти с чем-то, что делает кузница династии обязательно. Работы как крупные мелкосерийные, так и авторские. Вот это, например, рукоять смолой, залитой ракушки. Вещь. Ножевой двор. Ребята из Ворсмы. Я хочу вот такой меч. Твердый. Но у меня, я могу вам попозже. Медвежья голова. Месяц приехать снова. А, да, медвежий. Мне всегда у них нравились вот эти вот фигурные рукоятки топоров. Я говорил вот про эти вот скругленные формы головы топора. Она выглядит красиво, эстетично, но все-таки более рабочая она, когда прямая. Финочки. Много кто их любит, мало кто в этом сознается. В основном в интернете их ругают, что финка всем надоела, но тем не менее больше всего финок именно покупается. И чаще всего. Ну, нож режет, что с этим поделать? Мастерская Семина. Здесь сразу хочется взяться за кухню.
она выглядит офигенно. Она лежит в руке. Здесь нету... Бывает такое на кухонных ножах, когда вот угол здесь прямой. Палец упирается, натирается, обдирается. Здесь скруглено. Здесь в руку очень удобно ложится. Нож очень легкий. Очень тонкий. А сальдовый ассортимент точно так же представлен. Ножи рабочие, ножи охотничьи. И ножи, в том числе, художественные, дорогие, красивые. И кому еще нужно обязательно подойти? Ножи Града Горький. Ребята из Нижнего Новгорода. Сразу же взялся за финку. Не сказать, что здесь прям какие-то супер материалы использованы, но выглядит она очень круто. Здесь D2. Разные цветовые решения, разные решения по материалам. Футляры, скорее всего, от Дубокса. Выставка в этот раз получилась небольшая, но тем не менее много регионов представлено, много разных производителей. Привезли ножи зарубежных производителей. Есть что посмотреть, есть что выбрать и есть что приобрести. Обязательно приходите, мы здесь будем сегодня, завтра и в воскресенье. Много ножей и много хорошего настроения. Всем пока!